Всемирный бег ради гармонии проходит более чем в 150 странах всего мира. Участником эстафеты может стать каждый желающий. Возраст и физическая подготовка не имеют значения. Факельную эстафету Запорожье встречает не впервые. В этом году это уже 30-й забег мира ради гармонии. Оксана принимает участие в нем с 1997 года. Говорит, в первую очередь это помогает поддерживать физическую форму. Что меня подтолкнуло? Просто энтузиазм и любовь к здоровому образу жизни. И очень-очень вдохновляет, когда ты с такой благородной миссией бежишь от города к городу и проносишь факел. Сколько улыбок, сколько ярких впечатлений. Самая длинная дистанция, которую преодолела Оксана, немного больше 100 километров. Тогда женщина бежала на протяжении 12 часов. Самое запоминающееся впечатление у меня от участия в международной ветке, которая бежала 120 стран. Я участвовала в этой ветке от команды украинской. Принять участие в марафонском беге решила 13-летний Дима. Бежать будет со своими друзьями. Говорит, постарается преодолеть минимум 5 километров. Я думаю, не будет тяжело. Я уже привык бегать, я белый там тоже, когда просыпаюсь, но зарядкой тоже занимаюсь, нормально все. Во-первых, поддерживать физическую форму, это помогает, ты чувствуешь себя лучше. В Украине Всемирный бег ради гармонии проходит с 1991 года. За это время участники преодолели 52 тысячи километров. Неотъемлемой частью эстафеты является горящий факел. Как символ мира его несут по всему маршруту, передавая из рук в руки. Головна у нас мета дуже проста. Ми хотіли б, щоб Україна жила в мирі, злагоді, в гармонії. От у нас в Україні, рахуйте, 25 областей, це кожна людина представляє різні області України. За 11 дней участники планируют пробежать 900 километров. Эстафета пройдет через Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую области и финиширует 28 июня в День Конституции в Сумах. Евгения Ли, Сергей Чалы, ТВ5.